Ну, значит, надо так. Причем Значит, говорить это шепотом. будет. Вот, все не шепотом. Значит, А, не ну все, какой-то мужчина. приветики. Но если не шепотом, значит Здорово. не какой-то. Значит, есть свое я. Так, вот у меня Как флюсик дела? здесь такой. Отлично. Ты в Турции? Нет, я в Подмосковье. Ты просто чай пьешь с этих турецких чайных бокалов. Ну да. Прикольно. Сегодня купил только. Как тебя зовут? Геркин. Леша, слушай, Как? включи видео, я не хочу разговаривать с тобой. Что? Что тебе включить? Видео. Видео? Я хочу видеть тебя тоже. А, да. Но сейчас. Ева! Come to me. Come to me, Steady. please do that. Sprichst du Deutsch? Oder? Ja. Ein bisschen oder perfekt? Hallo? Алло. А мне говорят то, Да. что я не подключусь по видео. Не получится. Почему не получится? Получится. Запросишь и опять ответишь, что я могу тебе сделать. Давай я сейчас выйду и запрошусь, ладно? Ну давай. У меня просто тут рулят вместо меня. Давай. Где там сохнул меня? Где работаю, всегда работаю. Покажи свои красивые глаза. Ну что, не получается у вас, да? Не получается. А там не видно? Нет, там не видно. Ну давай, Да если ладно. девчонки подключатся, тогда я отключусь, и как бы вы будете общаться. Какие девчонки подключились? Ну, не знаю, мальчики, девочки. Нахуя? Ну зачем? За хлебом. Так, у нее нет 1000 подписчиков. А, у тебя нет 1000. Ну и что? У Почему? Для чего меня... тебе Ты это нужно? чего? У меня 150 подписчиков. Откуда у меня 1000? Нет, нет, это можно, то есть, ну это же гостевой чат. Но у меня не получается, потому что у меня нет, наверное, подписчиков, у меня не получается. Нет, все получается. Ну, не слушайте их. А ты по-немецки говоришь? Или так? Ну, так. Ну, Угу. не прям, ну, в школе учила. А, только в школе. А школа уже давно была, походу, да? Ну, еще на... Ну, как давно? Ну, да, давно. Мне 35 лет будет в марте. Нормальный возраст. Ну, я так говорю на немецком, на английском, на узбекском, на киргизском и на русском. Вот. Киргизском? А? Ты киргизка? Нет, я русская. Ребят, я капли отдал, короче, Артему. Он пользуется моими каплями для глаз. Полиглот прям, да. Вот и правда. Нахуй идите, короче, долбоебы. Что это А, это я не хорошо вам. на матри. Я же говорю на всех языках, благодаря телефону. Леша, а где в Москве живешь? Филатов Луг.
Ну, это ближайшая станция метро. Не знаю. Живу на Таганке и не знаю, где это находится. Ну, подруга у Ну, меня я там живет на когда-то Таганке, и жил. я в основном там нахожусь, но как бы я не знаю, где это находится. Девушку зовут хоть, да хер его знает. Как тебя зовут? В смысле, хер его знает? Ты что так общаешься? Меня Неля зовут, можно Елена. было спросить. Неля. Пардон. В Твери. Неля. Я, кстати, на Таганке. Там есть такой ресторан Сан-Диего, не знаю, он еще работает, нет? Мексиканский. Не знаю, Ваня, привет. если честно, не буду брать. Херли, мой коммент Почему не не спишь такое прочитался. позднее время? Ну, собираюсь ложиться сейчас. Ну, в эфир вообще-то можно несколько людей добавить. Да, ну давай кого-нибудь сюда. Но если я им не угодила. Да проще похуй, ну что, прекратить. Да мне вообще нормально, просто давай кого-то другой в эфир. Ну давай ты добавишься, тогда с тобой пообщаемся, если ты такой интересный, пиздатый человек. Я добавлю. А, это ты вон там от кому-то отвечаешь. А ты видишь комменты, да? Да, я читаю твои комментарии. Правда, некоторые не понимают, что пишут. Леха, как подели... Леха, так поделить с кем-то все-таки в отношениях? Ни с кем. Один. Леша, а ты Пока. психолог? Нет. А Должен почему быть. такие вопросы тебе задают? Не знаю. Давай Ничего, а поспорим. что? Что за агрессия? Он пьяный, блядь, вообще не пью алкоголь. Теоретик. Хуеколог. Хуёлок. Хуеколог. Хуёлок. Есть такое. Не, слушай, но хуеколог лучше слушается. О, старик, здорово. Ну что у косметолога делаешь? Алинка, спасибо за конфетку. Шоколад. Шоколады. О. Алло, что-то Надо ты не в спать. духе, да, по-моему? Что послать тебе? Да, не знаю, что почему. Почему не в духе? Ну, не знаю, какой-то грустный. Что-то случилось с тебя? Нет, ничего не случилось. Должно было. Неля, ты чем занимаешься? Спрашиваю. Алексей, дом 2. На данный момент я домохозяйка. Если это можно так назвать. Нас стреляют страшно. А ты что, из Меня дома два? следят. Что-то пишет там про дом два. Ты из дома два? А муж есть, тебя спрашивают? Нет, нет. А, подожди, а ты что, из дома два? Я, кстати, тоже работаю тяжелый домохозяйка. Конечно, не из дома два. Но слава богу. Я ответила, я сказала то, что я домохозяйка. Нет, я не любовница. В 3 часа ночи должно что-то начаться. Что у нас должно начаться в 3 часа ночи, Юля?
Алексей. Так, ладно, ребятки, давайте всем спокойной ночи. Давайте, как-то, Тоже. да, грустновато. Да, все, Давай, пока-пока. спокойной ночи, Лёш. Да похер вообще, как она зарабатывает, ну. Уже ее дело. Это бомба. Пойду спать, надо побриться. Видите шрам на руке. Это, короче, сидели в ресторане, историю расскажу. И за соседним столом большой ресторан в центре Москвы. Вот. А сидела компания, что, 15, такие крепкие ребята. А мы вдвоем там с товарищем, со Шкаленковым сидели. В графинчиках таких. Это было в Круазье. Было лето. Пили коньячок. Ну и чувак такой здоровый, узнал меня там из этой компании. Подходит ко мне. Не обнимает вот так вот за шею. Там Леха, здорово. Братик, говорю ему, раз, слушай, ну угомонись-то. Бомбоубежище, на это есть. Так, плохо слышно тебя, микро говорит. Говорю то, что ну вот этот чувак узнал меня там в этом в ресторане. Ну и подходит, там Леха здорово, там, ну, руку жмет, обнимает меня, короче, вот так вот. Ну, один раз так, второй раз подходит тоже. Ну так за шею меня, короче, берет, дружище, там по голове так гладит. Такой, блядь, ну кабан. А там они все были, вот человек 15, да все такие здоровые. Говорю ему, бля, мужик, ну не подходи больше ко мне, пожалуйста. Ну и вот, в общем, третий раз встает, присаживается к нам за стол. У меня графин стоял с коньяком. И вот такая ручка в Круазье раньше давали, хрустальные такие графины были, вот с длинной ручкой с такой. Я беру этот графин ему в лоб, ну, в голову. Бах! И ручкой в висок. И, в общем, такая была драка у нас там с ним. Ну, нас никто не разнимал, мы разнесли веранду. Вот. Ну и, короче, там убивали друг друга. Ну, это очень было так потешно. Приехала полиция, скорая потом. Ну, что такой назойливый мужичок был, да. Ну, короче. Потом полиция мне звонит, что 13 сантиметров скальпа я у него снял. Бля, ну это было жестко, конечно. Вспоминаю сейчас. У него рука была, как у меня нога. Нас никто не разнимал там. Брусья вот эти вот сотки, короче, была веранда. Развалили. Да. Хватит выделываться. Никто не выделывается, просто жизненная история. Ладно. Ну вот. Пойду зубки чистить. Это у меня паста. Спать надо и тебе. Я не грущу, а я не грущу, тебя угощу конфетой. Ох. Отвечай, что отвечать? Общаюсь с Юлькой. Жуковой. Завтра спорт у меня с утра.
Ладно, ребятишки, давайте. Нет войны. Надеюсь, что с Божьей помощью все разрешится. И с благоразумием наших чиновников. Истории из дома 2 есть смешные? Да полно, ребят. Отсюда, наверное, есть много историй смешных. С Бузовой, блядь, история у меня есть смешные, короче, такие жизненные, где мы там очудили с Ольгой. Давайте вот будет, когда... Короче, кому интересно, могу рассказать потом. Да, расскажу, но я не буду, я хочу рассказать там... Ну, там есть истории такие, которые, ну, жесткие. Жесткие. За какой-нибудь подарок хороший я расскажу. Так не буду. И что ее пригласить? Лёшка все потом. А то завтра идет отключиться. Не буду рассказывать. Леш, есть симпатия к кому-то? Здесь на противе. На сегодня не стрим. Ну да. Ладно. Давайте пойду спать, короче. Завтра, говорят, инет отключит, прикиньте. Да я нихуя ничего не... Это пофиг, отключит, отключит. У нас есть свой инет, ну, за китайский. Иди, уже иду. Ура, он ответил на мой коммент. Не это их соцсети, типа Инсты, ТикТок и так далее. Допускают, включают, ну. Вот, надо свои соцсети срочно придумывать. А на мой нет, почему? Поддерживаю, Лешу, мы спать хотим, выгоняем нас тоже. Иди, спокойной ночи. Все, спокойной ночи, Крис. Не хами только, да-да. Короче, давайте завтра истории будут. Близнецы. Покеда.